13 мая президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета Европейских игр Баку-2015 Мехрибан Алиева и дочь Арзу Алиева приняли участие в открытии велопарка. Вначале глава государства и его супруга ознакомились с генеральным планом велопарка. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной здесь работе. Было отмечено, что на территории велопарка, общая площадь которого превышает 30 гектаров, для использования на Европейских игр построен также велопарк ВМХ. Здесь также сооружена площадка для соревнований с препятствиями, созданная на площади. Условия полностью отвечают стандартам Международного союза велосипедистов. В велопарке ВМХ сооружено 1197 зрительских мест. Здесь предусмотрены специальные места для гостей высокого уровня, спортсменов, зрителей инвалидов и представителей прессы. В построенном на территории велопарка двухэтажном офисном здании есть также регистрационный центр, рабочие кабинеты, комнаты, допинг-контроля, допинг-анализа, зал заседания на 25 мест, другие подсобные помещения. На крыше офисного здания сооружена стартовая площадка со специальным покрытием, а также 20 палаток для подготовки спортсменов. На территории также функционирует автостоянка для VIP, Олимпийской семьи, Международной федерации официальных представителей, комнаты регистрации, индивидуального размещения и другие служебные помещения. После ознакомления с велопарком глава государства встретится с членами велосипедной команды Synergy Baku Cycling Project.